280 спортсменов из Краснознаменска, Наро-Фоминска, Можайска, Власихи и Одинцова собрались в кампусе МГИМО, чтобы выяснить, какая команда достойна выступать в финале веселых стартов на приз губернатора Московской области. Сегодня 5 конкурсов. Ну, например, простенький, но интересный – факел. Факел ребята несут. Надо так, чтобы мяч не выронился из факела и четко передать другой участницы. И вот так 12 человек друг другу передают. Интересный факел, интересный конкурс, разгрузка арбузов. Мальчики параллельно становятся друг другу и вдоль площадочки передают мяч, как бы имитируя, что они разгружают. Очень интересно. И комбинированные эстафеты, где сразу 9 конкурсов в объеме. Очень интересно. Одинцова уже не первый раз принимает гостей. 2 года назад у нас прошел финал соревнований. Тогда наши спортсмены из Савинской школы заняли 3-е место и получили 1 000 000 рублей. Выиграть в этих состязаниях не только почетно, но и значимо, ведь призовой фонд тратится на оснащение школы. Это значимые события, это поддержка массового спорта на территории как нашего района, конечно же, Московской области. Вот, и очень приятно, что нам доверили, оказали такую честь принимать на своей территории такое большое количество команд. Чтобы выступать на зональном этапе, спортсмены прошли серьезный отбор на районном уровне, а уже потом команду победителей готовили для следующего этапа. Мы отрабатывали ведение мяча ногой, рукой, также головой. Вот. Еще смешанные эстафеты у нас есть. То есть кто-то скачет на скакалке, кто-то со эстафетной палочкой, а кто-то ведет мяч. В этой эстафете я веду мяч. Чтобы выиграть в веселых стартах, недостаточно одной только ловкости и скорости. Здесь важен настрой команды, собранность, выдержка и взаимопомощь. Только так можно добиться победы. Ну, мы приехали все, конечно, волнуемся. Настроение у нас хорошее. Шансы, надеюсь, хорошие тоже. Стараемся вот победить, делаем все, что можем. В этот раз удача была не на стороне одинцовской сборной. Пьедестал почета заняла команда из городского округа Власиха. Серебро увезли ребята из Краснознаменска, а бронза ушла в Наро-Фоминск. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».